Вы что, голову дома забыли? Мне дрова везу. Извините, голова не главное. Мы свидетельницу потеряли. Попалась? Давай, вылезай. Ребят, я на самолет опоздаю. Мы тебя отвезем. Пошли, люди ждут. Ничего, мы подождем. Такое кино, а? Извините, пожалуйста, извините. Извините, пожалуйста. Это не кино, а балаган. И куда только милиция смотрит. Ну, ты предупредить хотя бы могла. Попрощаться хотя бы. Слушай, я не хотела никого грузить. У вас праздник, тут я со своими проблемами. Ну, при чем тут грузить? Просто рассказать, что случилось. Хорошо, что я додумалась в деканат позвонить. Какая разница? Все равно ничего не изменишь. Глупости. Ну, тоже мне конец света. Ну, кинули. Ну, будет вместо тебя в испанской школе. Нет. Работать какой-то министерский, сынок. Им же хуже. Им плевать. Вот и ты наплюй. Такое в жизни сплошь да рядом. Нельзя сдаваться. И куда мне теперь? За общежитие выперли. Парень бросил, на работе кинули. Осталось ехать только в Североморск к пьяному папе и маме, которая вечно его оправдывает. Милая, у тебя красный диплом, свободное распределение. Никто тебя из Москвы не выгоняет. И где мне жить? А главное, на что? Есть хороший вариант. Я школьная учительница, Оль, я ничего другого не умею. В испанской школе давали служебное помещение, временную прописку. В обычной школе такого не будет. Это не школа, успокойся. Частная практика. Я сама отказалась, мне уже не надо, я же теперь москвичка. А тебе самое то. Репетиторство, что ли? Да, вроде того, только с проживанием. На дачу одного профессора. Тихо, да слушай. У него внук лет 10, а родители в начале осени на Кубу уезжают, а он по-испански не бум-бум. Ну, в общем, тебе нужно натаскать его минимально. Деньги хорошие, плюс питание, жилье, то, все. В общем, первое время перекантуешься, а там, глядишь, снова что-нибудь подвернется. Ну? Ну чего, Татьяна, глазки загорелись? Не знаю, ребят, как-то не верится. Ну, а можно как-то поподробнее? Можно, только давай сначала сдадим билет. Поехали в трансагентство. Садитесь. Поехали. Володь, мне завтра рано утром нужно быть в Царицыно. 8 утра. Хорошо, к 7 подъеду. А что ты будешь кататься туда-сюда? Оставайся у нас ночевать. О. Спасибо. Я тогда машину помою. Хорошо. Наташа, Володя с нами будет ужинать. Мама, я дома. И вам добрый вечер, Николай Васильевич. Ну, Шарапова, чем сегодня нас порадуешь? Оладьи с джемом, вы же спрашивали. За спрос денег не берут. Помнится, кто-то фруктовым салатом грозился. Но он же в обед был. И что, весь съели? Нет, немного осталось, сейчас принесу. Сделай одолжение. Я еще в состоянии добраться до умывальника. Наталья Павловна, а можно мне отпроситься сегодня вечером? Куда собралась? На концерт. Тогда нельзя. А куда можно? К зубному врачу. В парикмахерскую. На похороны любимого дяди. Тебе весь список составить. Это что, мне вообще отдыхать нельзя? Ты не на курорте, солнце мое. Елене Петровне с ее состоянием нужен круглосуточный уход. Мне в моем состоянии? Адвокат без надобности. А вот что мне нужно, так это доброжелательная атмосфера. Прошу. Сонечка, ты мне поможешь на кухне? Помогу. Красота. Я не понимаю, ты на грубость нарываешься? А что я такого сделала? Это же концерт, а не пивнушка. И к тому же, Наталья Павловна, если вы не интересуетесь искусством... Ты мне зубы не заговаривай. Тебя здесь держат не за любовь к искусству. Ты сиделка? Вот и сиди. Не нравится сидеть, мы тебе найдем замену. Если ты еще раз... Девочки, а вы случайно не знаете, где Андрюша? А что ты здесь делаешь, малыш? Читаю. Что читаешь, покажи. Домби и сын.
Отличная книга. Я в детстве ею просто зачитывалась. Тебе дедушка дал, да? Катя сказала, что завтра приедет учительница испанского, похожая на добрую миссис Браун, и увезет меня на Кубу. Понятно. А что это еще за миссис? Это была отвратительная старуха с красными ободками вокруг глаз и ртом, вечно чавкающим и шамкающим, даже когда она молчала. О, Господи, помилуй. Надюшечка, Катя пошутила. Все, давай, пошли мыть руки и ужинать. Пошли, пошли. Андрей, ты почему не ешь? Тебе не вкусно? Нормально. А по-моему, просто замечательно. Наташа, вы молодец. Спасибо. Катюша, скажи, а вот этот твой сегодняшний перл про миссис Браун, в чем его глубинный смысл? А в том, что не надо ломать мой этюдник своим футбольным мячом. То есть это такой воспитательный акт? В точку, мама. Ясно. Но тогда позволь тебе напомнить, что у Андрюши есть свои родители. Серьезно? Надо же. Да. Поэтому поумерь свой педагогический пыл до того времени, пока у тебя не появятся свои собственные дети. Спасибо. Я учту. Я давно перестала понимать, о чем говорят в этом доме, но кто такая добрая миссис Браун, я помню. Это мой огород камень. Нет, бабуль. Тебя я люблю. Это я про новую учительницу Андрея. Но мне кажется, ей чуть за 20. Ну, ты же сама понимаешь, возраст — это переменная величина. И мы все там будем. Коля, звонила Вера. Они провели собеседование с этой девушкой, Татьяной. А, в общем, она им понравилась. А где вы ее поселите? Ну, не знаю, наверное, в гостевой комнате. Там просторно и вид из окна красивый. Да тут скоро никаких просторов не хватит. Приучаем внука с малых лет к барству. Мама, остановись. Мы все обсудили на семейном совете. Кухарка, нянька, шофер, а теперь еще и гувернантка. А что дальше? Садовник, сторож, дворецкий. А может, псарню заведем? Или конюшню? Да, какой кошмар. Строим капитализм в отдельно взятом советском доме. Катюша, по-моему, ты сегодня уже достаточно нарезвилась, да? Наверное, хватит. Пусть говорит. Она единственная в этом доме, кто не боится сказать правду. Да что же на тебя нашло, а? Ну, домашним хозяйством должен же кто-то заниматься, или ты прикажешь мне это делать? У меня в главке полный рабочий день. Я 3 раза в неделю в Мархе читаю лекции. И в конце концов, я не знаю этот чертов испанский язык. Коль, я прошу тебя, возьми себя в руки. Ты пугаешь ребенка. Прекрасно, тоже мне высказался еще один карбонарий. Вот уволюсь завтра к чертовой матери, буду сидеть дома. Ставить вам клизмы, уколы, кашеварить, на всю семью чистить унитазы. Пока ты, любимая, заседаешь в своих художественных советах и всяких там жюри. Но только у меня вопрос. А на какие шиши мы будем с вами жить? Стрелки не переводи. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Ты сам ее выбрал. Меня даже слушать не захотел. Раньше надо было головой думать. Угу. Купился на смазливую мордашку. Всем спасибо. Все хорошо. Ладушек. Спасибо, Сонечка. Я смотрю, ты на взводе. На, покрути, расслабляет. Спасибо, я тут уже, видишь, расслабляюсь. Все, давай, иди в дом. Уверен?
Наташа обед варит, Наташа ворот открывает. Николай Васильевич, там привезли нашу звезду. Да, я вижу. Здравствуйте, я отец Максима Забелина. А старшина Сайко? Ну, мне в общих чертах все рассказали. Насколько все серьезно? Да ничего страшного. Подрался с люберами на концерте. Пара выбитых зубов, ссадины, синяки. Но от потерпевшего никаких претензий нет. Мы бы еще вчера решили вопрос, но у него не оказалось с собой документов, а имя свое он отказался называть. Я понял. Я приношу вам свои извинения. Да ничего страшного. Парень у вас с характером. Молчал как рыба. Вот если бы не наш старший сержант, ценитель рок-музыки, он его узнал, и поэтому в КПЗ мы его не отправили. Понятно. Протокол составляли? Нет, нет, все улажено, не беспокойтесь. Понял. Забирайте, сержант. До свидания. До свидания, всего хорошего. Я смотрю, ты доволен собой. Сияешь, как медный таз. Твои фокусы позорят семью, Максим. Я защищался. Да мне все равно. Заруби себе на носу. Это последний раз, когда я вмешался. А я не просил меня отмазывать. Прекрасно. В следующий раз пеняй на себя. Вылетишь из консерватории, пойдешь служить на Северный флот. Есть. Свободен. Да. Николай Васильевич, обратно поедем? Да нет, Володь. Пока доберемся и рабочий день закончится. Давай, перекусишь и свободен. Спасибо. Здравствуйте. А вы что хотели? Здравствуйте. Я Катаева, то есть учительница испанского. Ух ты, елки зеленые. Да, давайте я вам помогу. Не стоит, не стоит. Они совершенно не тяжелые. Проходите со мной. Я забыл представиться. Забелин Николай Васильевич. А это Володя Холодов, наш водитель. Татьяна, очень приятно. Вы меня простите за ту безобразную сцену перед воротами? А что, все в порядке. А, вот Наташа. Она вам все расскажет и покажет. А это наш ученик. Андрей. Андрей. Ну, вообще-то он более общительный мальчик. Ну, да. Ладно, начните заниматься. Познакомитесь, подружитесь. Наташ, ведешь курс дела? Я вынужден вас покинуть. Давай я возьму. О, спасибо. Это что, кирпичи, что ли? Так, Наташа, что куда? На второй этаж гостевую. У нас в поселке пропускной режим, поэтому надо будет сегодня зайти в опорный пункт и оформить пропуск. И оставить паспорт, чтобы тебе сделали временную прописку. Физические нагрузки снижают стресс. Хочешь попробовать? Тогда пойдем. Проходи. Ничего так, да? Как в замке. Да. Дом Николай Васильевич сам спроектировал. А вы тоже тут живете? Мы? А что, похоже? Нет, я живу в Москве в общаге, а Наташа в соседнем поселке. И вообще, хватит мне выкать. Я тут пока что в единственном числе. А ты вообще откуда? Североморск. Да ладно. Ты серьезно? Так это ж почти земляки получаемся. Я из Мурманска. Да? 15 лет на Северном флоте, а здесь вот год. И как на суше? Не укачивает? Ну, есть маленько. Может, хватит болтать? Ни работы, ни початый край. Поднимайтесь уже. Пойдем. Туда. Так, налево. Ого, ты макулатуру, что ли, собираешь? Солнце мое. Это что, Федор Сологуб? С ума сойти, слушайте. 39-й год. Можно я возьму почитать? Да, только по порядку надо сложить. Ну, я разложу. Спасибо. Наташа, отнеси, пожалуйста, ко мне. Спасибо. Ой, мы не познакомились. Я Кира, бабушка Андрюши.
А вы, наверное, Таня, да? Да. Очень приятно. Ну, пойдемте, вот это ваша комната. Проходи. Если что, я внизу. Спасибо. Ну что, как вам? Нравится? Да. Ну, прекрасно. Пожалуйста, располагайтесь. Спасибо. А можно спросить? Ну, конечно, нужно. Кинокритик Кира Забелина, это вы? Это я. Просто я читала вашу статью о последнем фильме Альмодовара. Очень смелая статья. Ну что, это Альмодовар смелый. А вы сам фильм-то видели или только мою писанину читали? Я только читала. Понятно. А у меня, кстати, есть кассета с оригинальной озвучкой. Я-то могу смотреть только с английскими субтитрами, и то, знаете, так, с грехом пополам. Но зять мой обещал сделать подстрочник. Как известно, обещанного 3 года ждут. А я могу переводить синхронно. Правда? Ну, я тогда буду к вам обращаться. Тань, вы просто Клондайк. Скажите, вы готовы провести первый урок с Андрюшей? Да. Ну и прекрасно. А разложитесь потом. Пойдемте, я вас познакомлю с остальными обитателями нашего дома. Пойдемте. Ой, Катюш, подожди. Подожди, я тебя познакомлю. Это Татьяна. Ты куда, Кать? Я в Нирвану. Невозможно с бабулей, она постоянно вертится. Понятно. А это Катерина, моя старшая дочь. Очень сложная творческая натура, выпускница Суриковского училища. А я думала, старшая это, которая мама Андрея. А, нет, Вера. Вера это дочь Николая от первого брака. А, Тань, смотрите, мои дети это Катя и Максим. Максим, который живет в мансарде. Я надеюсь, хоть он проявит гостеприимство. Простите, я немного запуталась. А вы на каком этаже живете? А я здесь, я на втором, рядом с вами. Ну, ничего, вы потом разберетесь. Ну что, пошли? Да. Не-не-не-не-не, наверх. А. Максим. Это мой сын, Максим. Познакомься, это Татьяна. Она будет учить Андрюшу испанскому языку. О, Андрюшечка, привет! Познакомься, это Татьяна Михайловна. Она будет учить тебя испанскому языку. Здравствуйте. Ола, Андрей. Андрюш, давай-давай, беги, готовься. Сейчас будет первый урок. Пойдемте. Ой, художника-то от слова худо. Знакомьтесь, это Татьяна, учительница испанского. А говорили, что учитель женщина. Судя по штанам, они заблуждаются. Впрочем, добро пожаловать. Это мать Николая Васильевича, Елена Петровна. Женщина оригинальная, с юмором. А рядом с ней это ее сиделка, Соня. Когда я нанималась, в доме жил только профессор с семьей. А теперь 40 человек и 8 лошадей. Пора требовать прибавки. Ну что ж, мужайтесь, Татьяна. Это еще не все. Gracias. Eres muy amable. Кира Константиновна сказала, что твой папа уже с тобой занимался. Sí, pero no mucho. ¿Qué edad tienes? 7 años. Perfectamente. Tu papá es un gran compañero. Что я сказала? Что-то про папу? Да. Он молодец. Базовые знания нам помогут. Наши занятия будут проходить по темам. Тема нашего первого занятия – «Ми фамилия». Очень жарко. Не хотите попить? Sí, muchas gracias. Lo siento, por favor. Что это?
солидол. Очень плохо отмывается. Зачем ты это сделал? Диверсия. Когда моему деду было 8 лет, он был в тылу у фрицев. Думаешь, я фашистка, да? Да мне все равно. Я не буду учить ваш дурацкий испанский язык. Да. Как тебе новая учительница? Ты знаешь, милая, образованная, хорошие манеры и крепкие нервы, что важно. Так что Андрюшке повезло. Я рад. Ты что-то хотела? Да, Коля, я хочу тебя попросить, можешь мне одолжить Володю на завтра? Мне нужно в город, там начинается кинофестиваль дебютов, и я в жюри. Ну, у него завтра выходной, и если ты договоришься, я не против. И вообще, ты машиной пользуешься чаще, чем я. Ну ладно, мне завтра рано выезжать, я тогда скажу ему, что он может переночевать у нас, хорошо? Ну, он здесь и так почти прописался. А, Коля, еще по поводу девочки, ну, этой учительницы. Ее уже все наши по кругу обхамили, я тебя очень прошу, прояви к ней каплю радушия, ладно? Кир, я не метрдотель. Таня, у вас все в порядке? Да, все хорошо, спасибо. Ну что такое? Первый урок не задался? О, понятно. Ну ничего, ничего, Наташа все отстирает. Не надо было мне вас оставлять одну. Нет, все нормально. Просто в последнее время как-то мне не особо везет. Можно на «ты»? Танюш, не спеши делать выводы. Вот этот вот теплый прием, он не имеет к тебе никакого отношения. Это просто наши внутрисемейные разногласия. А ты, ну, попала под раздачу. Все скоро наладится, ты увидишь. Вам тоже достается. Угу. Давай пойдем с тобой попьем чаю на веранде. Мне надо отдать паспорт на прописку. Вы не знаете, где опорный пункт? Да вроде недалеко. Что я бы с тобой сходила, но мне надо с Андрюшей поговорить. А Володя, как назло, уехал заправляться. Ничего страшного, я найду. Не-не, сама не найдешь. Тут сам черт ногу сломит. Ты знаешь, Коля, по-моему, собирался за канцтоварами. Сейчас я у него спрошу, а ты пока давай умойся, приведи себя в порядок. Угу. Спасибо. Я хотел спросить вас кое о чем. Да. Репетиторство – это подработка или практика? И то, и другое. То есть вы дальше планируете заниматься педагогической деятельностью? Я… Николай Васильевич, здравствуйте. Здрасте, здрасте. Я люблю детей. Именно поэтому я и пошла в педагогический. Ну, моя мама – учительница. После войны ее приглашали в Академию Фрунзе. Там были прекрасные перспективы, но она выбрала работу в школе. Не одобряете такой выбор? Я восхищаюсь ним. Никогда не понимал, как люди соглашаются на такое. Ведь это чистое подвижничество. Или призвание. Что такое призвание? Хотел бы я знать. Катаева. Татьяна Михайловна. Опять без пропуска залезла. Иваныч, надо ли дыру вограть заделать или убирать нафиг КПП? Здрасте. Давно не виделись. Ну, мы же договаривались, Светлана. Да я случайно, товарищ капитан. Землянику собирала и изобрела. Знаю эту землянику. Одинокие и богатенькие, которые хотят досуг скрасить. Документов опять нет? Дом забыла. Совестный дом забыл, Светлана. Придется напомнить. В третий раз поблажки не жди. Вызову наряд и оформлю по всей строгости. Это тебе не по гостиницам рассекать. Здесь режимный объект. Простите, больше не буду. Гуляй.
Извините, а у вас есть междугородный телефон? Мне надо родителям в Североморск позвонить. Конечно, на почте. Минут 5 отсюда пешком, я потом покажу. Спасибо. С Камчатки. Ой, Степа, а вы же в Ялту собирались. Ялта подождет. Здравствуй, Наташ. Привет, Тонь. Мы рейс поменяли. Решили заскочить, вот тебя проведать. Да, а чё ж вы телеграмму-то не отбили? Сюрприз. Угу. Рыбки тебе привезли, красненькой. И корки. Ты пополнела, что ли, Наташ? Не знаю, я не замеряла. А вы надолго? А, там видно будет. Прошвырнемся, да? Билеты пока не брали на поезд. Сашке столицу покажем. Сань, иди сюда. Мавзолей, то, сё. А? Мам, а у нее тут ванная и толчок прям в доме. Да ты что? Это вы Североморск ждете? Да, 2 часа уже. Мы только ответили. Проходите во вторую кабину. Только те, кого вы вызывали дома, нет, там соседка на проводе. Будете с ней разговаривать? Деньги ваши, вам решать. Нет, отменяйте заказ. Вы приходите утром. Вечером всегда дольше. Звонков много, линия занята постоянно. Хорошо, спасибо. До свидания. Извините, а вы не знаете, как пройти к даче архитектора Забелина? Заблудились? Кажется, да. Лучше вам по берегу. Калиточку видите? Да. Через нее на берег реки 2 км вдоль. Простите, а по берегу направо или налево? Разберетесь. Мне показалось, что она что-то выбросила. Ты не видел? Хороший здесь. Убили девушку, утопили в реке. Когда это случилось? Я не знаю, примерно 30 минут назад. Успокойтесь. С кем я говорю?
Похоже, несчастный случай. Вон ее вещи. Решила искупаться, угодила в водоворот. Будем разбираться. Повезло, что волосы длинные. Намотались на корягу. Так бы течение унесло на много километров. Жалко, молоденькая совсем. Видать, заезжие. Дачники на карьер купаться ходят, а здесь гиблое место. Хорош смотреть. Давайте по домам. Расходимся, граждане, расходимся. Нечего тут смотреть. Расходимся. Там открыто. Все. Чистое. Спасибо. На здоровье. А ты, я вижу, любишь поваляться? Завтрак через 10 минут. Сколько себя помню, здесь каждый год кто-то тонет. Могли бы уже русло реки почистить? Ты можешь не вертеться? Посиди спокойно, пожалуйста, одну минуту. Чего, одна приехала? Где Витек? Поругались? Да. Но я не хочу про это говорить. Лучше скажи мне, как репетитор? Классная. Смешная. Что, успели пообщаться? Почему классная? Книжки хорошие читает. Мама говорит, она целый чемодан принесла вместо нарядов косметики. Почему смешная? Не знаю. Восторженная. И смущается по каждому поводу. Тело вытаскивали из воды. Я проходил мимо. Там столько милиции понаехало, просто какой-то. Всем доброе утро. Доброе утро. Говорят, несчастный случай. Да. А кто утонул? А девушка не местная. А ты что, не знаешь? Все в поселке только об этом и говорят, ее голову из воды выловили. Ужас какой-то, конечно. Не, не слышал. Я с утра музыку слушаю. То, что ты называешь музыкой, он и не является. Это неприятный шум. Бабуля, я тебе ничего и не навязываю. Хочешь слушать своего Бернеса на здоровье? Максим. Подожди, а тебе что, не нравится Бернес? Мне нравится Бернес. Всем нравится Бернес. Да, и аукцион тоже, который бабуль называет шумом. А тебе нравится селедка, так и рубай свою селедку. Так, все. Танечка, а почему ты ничего не ешь? Наташ, положите что-нибудь Тане. А, не надо, спасибо, я только чаю. Почему? Тань, все в порядке? Да, да, все хорошо, спасибо, просто плохо спала. А как прошел первый урок? Удалось найти общий язык с Андрюшей? Мы в процессе. Татьяна Михайловна научила меня говорить фразу «Саката и Аллах Чингада». А что это значит? Это любимая фраза папы. Это ты попросил Татьяну перевести, да? Что это значит? Подвинь свой зад. Ты же знаешь, что это неприличное слово. Зачем ты сейчас педагога ставишь в неудобное положение? Самые крепкие ругательства на русском. Весь мир их заимствует. Да, бабуля. СССР – родина слонов. Да. Сереж. Привет. Привет. Приятного аппетита. О! Здравствуйте. Сергей Иванович, присаживайтесь. Каша еще горячая. Спасибо, я уже позавтракал. Максим, можно тебя на пару слов? У нас нет секретов друг от друга, Сережа. Садись и рассказывай при всех. Елена Петровна была его классным руководителем в школе. Ну, воля ваша, Елена Петровна. Я насчет утонувшей девушки Светланы. Ребята с КПП сказали, что первый раз в поселок ее привел Максим. Что? Вы давно знакомы? Вообще не знакомы.
Ну, ее должны были встретить. Какая-то там вечерина или бёздник, не знаю. Она опоздала, попросила меня помочь, я помог, и все, больше не виделись. Ты уверен? Мой внук не приучен врать. А прийти на помощь женщине, не требуя объяснений, это нормально и благородно. Я же не спорю. Просто теперь вряд ли получится пролить свет на обстоятельства ее гибели. Свидетелей нет. Улик, указывающих на убийство, тоже нет. Убийство? Но она ведь сама утонула. Похоже на то, только вот ночью поступил анонимный звонок на 02. Звонили с автомата от почты. Женский голос сообщил об убийстве. Поэтому ее так быстро и нашли. Мой голос похож на женский? Максим, совсем не смешно. Нет, конечно, нет. Еще раз простите за беспокойство. Подождите! Я знаю, кто убил проститушку. Андрей. Что за выражение? Ну, рассказывай. Соседские ребята сказали, что эта девушка проститушка. Андрюш. Ну, допустим. Кто из ребят видел убийцу? Это не они. Это я ее видел. Ее? И кого ж ты видел? Это она! Ой, да, понятно. Она весь вечер где-то пропадала. И пришла домой только ночью. И то пробралась она домой скрытно. Еще плакала при этом. А зачем ей плакать и прятаться, если она ни в чем не виновата? А зачем следить за людьми? Может, это ты убил проститутку, м? Катя! Что? И свалил на нее. А правда, а где вы были? Я заблудилась и долго не могла найти выход. Просто было поздно, и было страшно, и я не захотела никого тревожить. Заблудились? Где? Простите. Что-то к ней пристало. Делать больше нечего. Мало ли, что там твоему спиногрызу привиделось. Приятного простите. Аппетита. Простите еще раз. Не надо было Баранову затевать этот разговор при ребенке. Угу. Андрей. Никогда тактичностью не отличался. Кто это тебе губу расквасил, братец? Бандитская пуля. Вера, отстань. Эй, ты чего, совсем по мне не соскучился, а? Соскучился, но все равно отстань. Ты так рьяно заступался за Танюшку? Потому что нечего наезжать на человека безо всякой на то причины. Вер, харе, а? Нет, правда, она очень хорошенькая. Правда, она даже на маму в молодости похожа. При чем здесь вообще? Как это? Отвяжись. У нее красный диплом, она спортсменка-комсомолка. У нее первый разряд по художественной гимнастике. Ты знал? Да. А еще, знаешь, характеристика из института вообще. Зачитаешься, правда? Хочешь, покажу? Что будет, если Брежневу по лбу ложкой дать? Бам! Ты понял? Бам! Татьяна? Здравствуйте. Вы ко мне? Пойдемте. Пойдемте. Поехали. Это я звонила ночью по 02. Вы свидетель убийства? Я не хотела вам говорить при всех, потому что... Все в порядке, мы одни. В общем, один из тех, кто ее убил, тот милиционер, с которым вы разговаривали на улице. Капитан Лыков? Вы уверены? Я расскажу все, что знаю. Но вы должны мне пообещать, что дадите паспорт, я хочу уехать. Да, я понимаю, вы напуганы, но паспорт находится в прописке. Придется подождать несколько дней. Тогда дайте мне какую-нибудь справку, чтобы я купила билет. Я оставлю письменные показания. Да я не могу их принять. Я всего лишь навсего участковый. Допрос свидетелей ведет следователь. То есть Лыков? Он. Командир оперативно-следственной группы.
Сам себя ловит. Удобно. В прокуратуре есть надежные люди. Я свяжусь с ними. А мне что делать? А вам придется остаться здесь. Пожалуйста, никому не сообщайте о нашем разговоре. Я не могу. Я боюсь. Я знаю. Но вы справитесь.